В Алматинской области открылся очередной центр активного долголетия. Филиал учреждения начал свою работу в городе Кунаев. Стоит отметить, что до конца года подобные центры начнут обслуживать население еще в 9 районах региона. Подробнее в материале нашего корреспондента. На торжественной церемонии открытия Центра активного долголетия в Кунаеве собрались представители акимата города, члены Совета аксакалов и матерей, а также пенсионеры. Ленту нового социального учреждения перерезали почетные граждане областного центра. Планируется, что в Центре активного долголетия будет предоставляться 8 видов услуг. Бесплатные занятия и кружки начнут свою работу с 9 утра до 6 вечера. Создан 5-дневный график работы для каждой группы. Мы заключили меморандум с двумя спортивными комплексами в городе Кунаев. Спортивные занятия будут проходить в этих учреждениях. Заниматься там изъявили желание уже 125 человек. Стоит отметить, что данный проект реализуется с целью стимулирования пожилых людей к саморазвитию. К слову, на территории Алматинской области теперь действуют 4 центра активного долголетия. Айслу Жандосова, Ахвота Урал, Казажандос Омербай, телеканал ЖТСУ, Кунаев.